Владивосток, 30 августа 2021 года. Местный Арбат. Вечером здесь загораются огни, выступают музыканты разного уровня. Сегодня почему-то фонтаны не работают. Интересный магазинчик, сундук. В нем продаются разные интересные штуки на тему Владивостока. Вот. Один из двориков миллионки. Убежище номер 14. Что здесь? А, комиксы, магазин комиксов, подарки. Всякие разные здесь. Оп. Здесь такое граффити, серфер. Кафешки, кафешки, магазинчики. Рок-клуб какой-то. Интересный магазин с героями Марвел. Дворики. Дворики, магазинчики, ресторанчики. Мюнхен. Пивоварня Мюнхен. Ресторан, наверное, какой-то. Корова стоит. With
гостиница «Версаль», старейшая в городе. Спортивная набережная. Почему-то отключены фонтаны сегодня. А здесь, на верхней площадке спортивной набережной, расположились два павильона «Третьяковка в движении». Вчера, 29 августа, было открытие здесь. Спасибо. Thank you.
наверху, а тут зеркало. Тут зеркало. Ой. Интересно. Да, интересно. Ну, вот такая вот интерактивная экскурсия по Третьяковке получилась. Почему же не работают фонтаны? Непонятно. Ух, какое небо! Небо какое красивое. И люди пришли любоваться закатом.